случилось достать вот такую монеточку 2016 года. Одна из монет, пожалуй, завершающих, вероятно, серию городов воинской славы. Это 10 рублей города воинской славы, посвященный городу Феодосии 2016 года. Так скажем, номинал 10 рублей Российской Федерации, монетный двор, Московский монетный двор, год выпуска 2016, металл сталь латунь, тираж 10 миллионов экземпляров, диаметр 22 мм, толщина 2,2 мм, вес 5,63 грамма, гурт 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся двумя 12 гладкими участками. Художник Брынза, компьютерное моделирование. И вот дата выпуска 08.07.2016 года. Буквально очень-очень свежайшая монетка. Из описаний вот 6 апреля 2015 года к 40 городам России, которые носят название города воинской славы. Вот указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина было добавлено еще 5. Старые Русы, Петрозаводск, Грозный, Гатчина и Феодосия. Текст указа размещен на официальном сайте Кремля. В нем сказано, что почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы» присвоено за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками городов в борьбе за свободу и независимость Отечества. Первые фашистские самолеты появились над Феодосией 23 июня. Беззаботный курортный город замер, погрузились во тьму улицы и дома. В конце декабря 1941 года десант моряков Черноморского флота разгромил вражеский гарнизон. Высадка десанта в Феодосию вошла в историю Великой Отечественной войны как наиболее значительная операция, проведенная силами сухопутных войск и военно-морского флота. Операция нарушила замысел фашистского командования об использовании Крыма как плацдарма для вторжения на Кавказ. Героическим трудом горожане восстанавливали Феодосию буквально из руин. Люди активно включались в работу, не жалея сил, создавали бригады добровольцев, которые очищали завалы на улицах изуродованного войной города. Тысячи жителей, рабочие, пенсионеры, служащие, подростки и домохозяйки выходили на работу рано утром, а возвращались поздно вечером. Ну что ж, в центре диска обозначение номинала 10 рублей, внутри цифры 0, скрытые, видим поочередно при изменении угла зрения изображения цифры 10 и надписи РУБ. По окружности вдоль канта надпись сверху «Банк России», снизу дата 2016, слева стилизованное изображение лавровой ветви, справа дубовой, соответственно. Так, с этой стороны герб города Феодосия. Над ним на ленте надпись полукругом «Города воинской славы», внизу вдоль канта надпись «Феодосия». Город мне... Я там когда-то был, так случилось, что года два назад отдыхал я в соседнем городке Судаки, вот заскочил в Феодосию в музей Айвазовского. Правда, попасть не попал, там во время шторма музей закрытый, не отпускается. И вот как раз море такое было неспокойное, поближе к берегу такое бурое, дальше еще другого цвета, и вот как бы трех или четырех цветов бурлящее, кипящее вот такое вот чудо. Но люди, тем не менее, на берегу отдыхали, наслаждались видом. Ну что ж, в Феодосии я был, но вот, хотя и достигнутой цели не достиг, но город посмотрел, очень такой спокойный, тихие улочки, зелени очень много вот над аллеями. Ветви накрывают, так скажем, прохожих. Очень красиво. Много домов офицеров, дома культуры. И вот такой вот парки очень красивые. Город очень интересный. Мне он, конечно, естественно, близок не тем, что там есть музей Ивана Айвазовского. Ну и просто вот сам по себе очень-очень красивый, хороший город. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.